Благодарю вас. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 – это неслыханное богатство, поэтому не тратите их все на... Кэролайн, что покупаете эти люди? Рваные шляпы, мусор? Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже $7 на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах, мы все равно их купили, измельчили и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад.
Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Каролайн, пожалуйста, принеси мне еще более утоляющее. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он выразил то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Картирование головного мозга, искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Каролайн. Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте.
Впихните ее в компьютер, черт возьми, не важно как. Отлично, испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр.
ситуация выглядит безрадостной, но тот безумный тип был прав. Мы не будем брать лимоны. Мы поднимемся наверх и заставим его вернуть меня в мое тело. Скорее всего, он убьет нас, потому что он очень силен, а у меня нет плана. Так, не стану тебе врать, наши шансы 1 000 000 к 1, это если нам в нашу пользу. Но в любом случае, давай разозлимся, если уж нам суждено взорваться. Давай взорвемся с достоинством.
Искусственный интеллект перед ними не устоит. Я знаю, как нам его победить. Лучше, чем взорваться. Не намного, но лучше.